Это наша пятая поездка за границу за последний год. Летим в Таиланд. Переходим дорогу. Как тебе? Как тебе? Вообще, 10 из 10. Ну, мне все нравится. Еда, мне отель, все. Номер. Ребята, всем привет! Вы снова на канале Хости Мюзик, тот самый сотрудник на лице. Вот, и это новый влог. В сегодняшнем влоге мы будем отправляться в Таиланд. Вот, мы уже находимся в Москве. Вот, не смог я снять, как мы выдвигаемся в Казань. Как мы выдвигались в Казань, я это не снимал. Вот, это было поздно. Всю ночь мы ехали на поезде. И сейчас вот мы в Москве. Вот, сейчас мы скоро будем выдвигаться в аэропорт. И это будет новый, живой большой влог. А еще это наша пятая поездка за границу за последний год. Изменения какие? Изменения только те, то, что мы сейчас летим не вдвоем, мы летим втроем. Знакомьтесь, это Данил, это наш друг. Данил, привет, познакомься привет. С подписчиками. Очень приятно познакомиться. Ее вы все знаете, это Женя, моя любимая жена. Погода в Москве великолепная, жарко, можно ходить в футбол. Пару слов. Хотите в Таиланд поскорее? Таиланд. Мы очень сильно хотим в Таиланд уже давно. Жень, ты хочешь в Таиланд? Я хочу. Ну, я не хотел. Душ? Я хотел раньше, сейчас уже не хочу. Это наша самая долгая, длинная поездка. Прикиньте, мы, получается, с Казани приехали в Москву на поезде. И сейчас мы будем на самолете потом лететь. Мы еще на такси 10 часов. От вокзала до сюда. 10 часов на самолете нам лететь. Вы представляете, это вообще просто, я не знаю, это как. Из нас никто 10 часов не летал. Вообще, мне кажется, самое интересное, что можем это снимать, это наши ссоры. Но вот и это все мы так любим друг друга, это первый день Таиланда, перед Таиландом. Поехали. Ладно, хоть спереди. На таком заряженном майбах. Кто поедет? Едет спереди сюда. Здравствуйте. Едем мы до вокзала. Вот. Рядом с вокзалом мы сняли машину. В эту машину мы скинули все свои чемоданы. Кстати, очень хороший лайфхак. Вот это ее идея была. Вот. Сейчас мы едем до вокзала, забираем чемоданы. А? Спасибо, сэр. Не за что. До свидания. Вот дошли до машинки. Сейчас мы заберем чемоданы. Вот наши чемоданы. Мы на этой машине даже не ездили, просто ее арендовали и засунули туда чемоданы. Вот вам лайфхак. Это все вышло 1000 рублей. Вот вокзал, вот машина. Вот как удобно. Сейчас мы вызовем такси и поедем до аэропорта. Аэропорта. Приехали мы в аэропорт Шереметьево. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Целый час мы ехали до Шереметьево. Какой большой здесь аэропорт. Я здесь впервые, в Шереметьево. Прошли паспортный контроль.
И сейчас мы идем на посадку. Садиться в самолет. Садимся в автобус и едем до самолета. Данил, все, поехали. Я вижу. Ты, кстати, когда смотришь в камеру, смотри, пожалуйста, вот сюда, тут какой-то косой. Ты всегда вот такой вот в камеру будешь, да? Не, подожди, как? Вот, вот сюда смотри в камеру, прям в камеру смотри. Вот теперь нормально. Красиво. Солнце вот так красиво светит. Кайфово, да? Погода. А меня? Здравствуйте. Здравствуйте. Я с ним. Я с ними. Спасибо. Сейчас мы будем задать. Что есть? Игры, кино есть. Смотрите, здесь как много фильмов. Это все бесплатно. Также здесь есть. Получается, есть музыка, детский канал, вот фильмы. И игры еще есть. Еще вам показывают, сколько нам осталось лететь. Карта полета. Это карта полета. Если захотите играть, вот здесь такой джойстик. Это пульт. Это пульт, а тут джойстик. Вот смотрите, дали такую масочку. Это что? Ну, для сна. Это в ухо засовывать, чтобы ничего слышно не было. Это этот бальзам для губ, чтобы губы не трескались. Еще вот такие тапочки, одноразовые. Спокойной ночи. Ну, от такого я точно в шоке. Смотрите, нам дали пиво бесплатное. Вино красное и вино белое. Все это бесплатно дали. И пиво, вот смотрите, прям вот так в банках. Я точно в шоке, и теперь я точно полюбил эту авиалинию, да? Авиалинию? Аэрофлот, я вас люблю за то, что вы мне дали бесплатно пиво, вино, сразу два вида. Спасибо. Смотрите, мы летим 930 км в час. Представляете, это какая скорость? 930, почти 1000 км в час. Вот наш ужин, смотрите. Салат такой. Это курица с рисом. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Башкирский пломбир. Вот наш завтрак. Что тут такое? Здесь еще сыр. Это сыр получается, батон. Кожанина, что ли? Это перец, индейка, получается. Индейка. Перец, индейка, сыр. Чуть-чуть петрушки. Приятного аппетита. Благодарю. Вот наш завтрак. Осталось нам лететь 2 часа 15 минут. Вот наш завтрак. Артём, признайся, какой же завтрак. Готовимся к посадке. Поздравляем, мы в Таиланде. Сейчас будет первая эмоция. Как думаешь, я уже заебался? Даня, все хорошо. До свидания. Ох. В общем, все, вышли мы наконец-то с аэропорта.
сдали чемоданы. Чемоданы мы сдаем вот здесь вот так вот в отдельную машинку. И вот наш стоит автобус. Сейчас мы поедем на автобусе. Сели в автобус. Где-то через 1:20 нам сказали, мы будем в отеле. Таскает нас из одного автобуса в другой автобус. Куда сесть? Я думаю, сюда сядем. Доехали мы до отеля. Все вообще пока что нет, сел ноль. В общем, оставили мы чемоданы. Сказали заселение в 2 часа. 2 часа сразу придем. Сразу идем в транс, правильно? Заселяться, в 2 часа придем. Ты будешь это выкладывать только? Да, я все буду выкладывать. Обрезать ничего не буду. Тогда я пошутил. Сколько погода тут? Ну, влажность тут вообще. Время тут, кстати, на 4 часа, да? На 4 часа разница? Плюс 4 часа от Москвы. Тут, кстати, недалеко потом. У нас сейчас в Казани получается время 8 утра, а тут 12. Запах океана какой. Какой. Ну, кстати, очень близко, как я поняла. Больше. Ну да, нет, просто по карте он был достаточно далеко. Главное, чтобы не выскочила гипучая змея туда вся. Сейчас 2 недели, блядь, ни одной змеи попался. Я вот смотрю на каждый листик, и мне кажется, что это змея, блин. Сейчас мы обменяем деньги. Пойдем до магазина. А, вот! 7-Eleven. Вот этот магазин. Вот сюда мы зайдем. В этом магазине мы купим сим-карты каждому. И получается покушать что-нибудь. Океан, смотрите, как рядом, только тут. Вот такая тайская жизнь. Данил, баты, покажи баты. Сейчас просто не вижу. Вот магазинчик. Прямо возле отеля. Баты, баты. В общем, все. Время 2. Мы заселились. Сейчас нас будут довозить до номера. Сказали, вас отвезет машина. Давай, запрыгивай в серединке. Ничего? Ну да, здесь пешком вообще, бля, да? Пакет забыл. Подождите меня с крышкой. Two room, one second, this boy. Наконец-то мы в номер едем. Спустя... Сколько? Всего лишь 2 дня. 2 дня. 2 дня толком мы нормально не спали. Может сказать... Нет, может сказать... Из 2 дней мы 1 день только поспали. И то... В поезде пару часов поспали, все. Вот нам помогают. Сам носит наши чемоданы. Немножко попозже мы снимем полностью обзор на отель. Бассейны здесь очень шикарные. Так, это твой получается? Ну что-то пиздец, мне как едет. Че? Это наш. Все, мы соседи. Thank you. Thank you. Ну тут змеи, этот, живности всяких полно. Всем доброго утра. Мы уже в отеле, мы уже поспали. Вчера мы в итоге решили ничего не снимать, ничего не показывать. Очень сильно устали после дороги. В самолете мы вообще не спали.
Вот. Давайте начнем с рум-тура. Это вот. Буду показывать сейчас вам номер отеля. А, давайте. Правильно уже будет с нуля. А то я с балкона начал показывать. Вот, в общем, дверь. Отель очень. Номер вообще шикарный, прям очень. Вот получается. Сейчас мы будем заходить. Вот заходим в номер. Тут у нас тоже, от чего я был в шоке. Это вот унитаз. Тут получается душевая кабина. И еще здесь ванная. Вот такой умывальник. Поехали дальше. Тут вещи наши все. Тут вот такое вот зеркало, где смотрит туда солнышко каждый день. Поехали дальше. Вот такая вот чудесная кровать. Очень удобная, очень большая. Ну, балкон здесь вообще, блин, вот этот вид особенно. Здесь этот тоже такой уголок. Очень, кстати, тоже прикольный. Панорамные окна. Ну, балкон здесь вообще, я влюбился в этот вид. Вот такой вот здесь номер отеля. Очень все четко. Я вчера здесь прыгал, скакал от счастья, от радости. А еще, кстати, этот, пока мы снимаем это видео, вы все спите. У нас здесь время сейчас получается. У нас время 9:00, а у вас получается 5:00. Ну, по-московскому. То есть тут разница. Какая разница? 4 часа. Плюс 4 часа. Мы даже вчера легли спать. Во сколько мы легли спать вчера? По-нашему в 4 дня мы легли. Так непривычно было вчера ложиться спать еще. Закрываем балкон обязательно. Мы сейчас будем уходить. Сейчас я вам начну показывать. Вот такие здесь всякие штучки летают разные. Прикиньте, здесь сколько разной живности. Это Таиланд, детка. Мы идем на завтра. Сейчас мы идем на завтра, да. Будем показывать вам еду. Как нас здесь кормят. Мы сами еще не видели. Мы сами еще не видели, кстати, да. Вчера мы, потому что не сходили. Никуда вообще не ходили. Вчера вообще сил не было. Вот. Сейчас, получается, покажем еду. Потом у нас 10 часов встреча с гидом, да? Угу. Вот. После этого мы покажем вам обзор на отель. Здесь еще, кстати, 3 бассейна. То есть у нас отель расположен в гору. Он, то есть, в гору идет. Уровневый. А? Уровневый. Уровневый, да, отель. Вот, то есть, ну, виды здесь вообще шикарные, прям вообще очень шикарные. Вот, поэтому все, пошли на завтрак. Good morning. Good morning. Тут, кстати, живет Данил. Тут заселился Данил. Мы соседи. Данил спит, да? Или что он? Наверное. А, вон он открыл. Good morning. Good morning. Ты на завтрак не пойдешь? Хорошо. А потом встречи гид тоже не пойдешь? Ну, там типа... Короче, Данил спит, мы пошли кушать. Не спит, там уже не выпускается. Он вообще не выспался, походу, да? Good morning. Ну вообще, да, сонный? Кстати, детский бассейн это уже начинается. Поехали. По пути как раз я вам буду показывать отель. Потом, получается, можно не снимать тогда, да, обзор на отель? Или нет? Снимем, да? Верхний бассейн. Вот, получается, это... Какой бассейн по счету? Как правильно сказать? Это получается... Это на первом уровне бассейна. Это на первом уровне бассейна. Нет, так там ниже же еще есть. А, точно, втором. Это, получается, на втором уровне бассейн. Вот, смотрите. Как все классно, как здесь шикарно. Я обожаю эту жизнь, как никто другой. Вот смотрите, вот такие здесь номера. Вот здесь бассейн. Туда нужно будет спуститься отдельно, смотрите, там сейчас он. Вот, там получается, смотрите, вот, тут уже океан, море получается. Тут вот горка есть, тут получается, это первый бассейн. Это на первом уровне бассейн. Это, получается, на втором уровне бассейн. И мы вчера купались на третьем уровне. Тоже дойдем до туда, все покажем. Что, мы сейчас куда идем в итоге? На завтрак. Мы идем на завтрак, да. А там, может, завтрак отсюда? Завтрак
А, около высокого бассейна? Ну вот тогда сразу покажем его, да? Получается вот такой вот бассейн. Вот здесь у нас будут завтраки. Там завтраки будут. Вот смотрите, это получается... Это третий бассейн, да, по счету? Ну там с детским, если считать, то четвертый бассейн. Это вот четвертый бассейн получается, смотрите. Здесь есть, где? Вот релакс-зона, здесь вы можете лежать. То есть вы будете и загорать, и будете одновременно под водой. Тут вот столики такие небольшие. Вот. Тут получается уже самый такой, как большой бассейн, как я понял. Получается, вот сразу покажу вам. Вот здесь вот такие столики, кстати, еще. Очень уютно. И необычно то, что они, ну, якобы как под водой там сделаны. Вот столько лежаков здесь. Очень большой плюс то, что людей так этот мало. Ну, не знаю, может, то, что все-таки не сезон, считается в сентябре. Ну, типа, сезон дождей. А у нас получилось только в сентябре полететь. Смотрите, здесь джакузи вот так вот. И здесь самое, что мне очень понравилось, здесь, получается, смотрите, ну, пока все убрали. Здесь выставляют алкоголь, и вы, получается, вон там в воде подплываете, вот здесь стулья, это под водой стулья. И сидите и пьете. Ну, у нас такое тоже есть в аквапарках. А, нет, убрали это у нас. Вот, то есть, ну, это очень вообще прикольная тема такая. То, что ты под водой сидишь на стуле и пьешь. Вот выходит солнце. Ну, там вот океан, море, смотрите. Вот мы доходим до ресторана. Здесь получается алкоголь, вот бар. Thank you. Вот здесь вот такой. Отельчик. Ой, ресторанчик. Отель, говорю. Это ресторан, да, считается? И давайте посмотрим, что нам будут давать. На нас я так смотрит, как будто мы здесь единственные русские. Мы захватили отель. Мы казанские. Еще раз скажи, не слышно. В нашем отеле русских нет вообще. Так, поехали. Не знаю, здесь все на английском. На русском я не знаю как. Я английский не знаю. Здесь вот такая-то, такое-то здесь. Здесь вот получается это так. Это вот так. Это вот получается туда-сюда. Это сюда. Это так. Это вот помидорчики знаю. Не знаю. То есть вот такие всякие. Арбуз. Не знаю. Не знаю. Так, как по порядку лучше правильнее бы? Поехали вот здесь. Здесь получается рис. Здесь тоже какой-то рис. Здесь курица. Здесь сосиски. О, неплохо. Уже на завтрак нас кормят. Здесь получается, не знаю. А здесь у нас получается, не знаю. Также у нас тут есть, не знаю. А еще здесь у нас получается, смотрите, не знаю. Поехали дальше. Так, это у нас хлеб всеми нам любимый, известный. Это у нас круассаны. Это вот выпечка. Это что такое? Данши какие-то, это тоже сладости, булочки. Есть хлебные всякие изделия. Здесь вот всякие джемы, варенье. Масло, масло. Что еще надо показать? А, вон, да, оттуда я еще не дошел. Это показал, то показал, это показал. Поехали дальше. Это у нас картошка, как я понимаю, с курицей, но здесь почему-то еще есть. А, как она называется? Блин, не помню. Бадьян, бадьян, бадьян. Вот. Впервые такой, потому что здесь у нас получается, не знаю. Здесь молоко. Hot milk, это знаю, английский знаю, единственное слово milk. Вот. Tea, а, tea, это чай. Hot water, это горячая вода. Здесь вот прохладительные напитки всякие. Джуси-пуси, джуси апельсиновый, яблочный, а, лимон, яблоко. Здесь тоже уже вода обычная, с лимоном. Ну, это везде, в каждом отеле такое присутствует. Здесь вот получается молоко, вода, вода, вода. Хлопья вот. Это хлопья. Так.
тут у нас? Не знаю. Это получается у нас. Не знаю. Это у нас. Не знаю. Ты что уже набрала? А ты что, овощи только? Это покажу. Сейчас я покажу, да. Здесь вот яйца получается. Юморка. Здесь такие яйца. Здесь такие яйца. Яйца, это жареные яйца. Здесь вот получается. Здесь омлет. Всякие соусы. Омлет, смотрите. Это я не знаю. Ну, колбаса, походу, такая у них. Здесь вот всякие штучки такие. Здесь вот еще у меня. А здесь ты, кстати, что-то сам выбираешь, и тебе готовят. Как ты говоришь, тебе готовят. Вот это тоже прикольная тема. То есть, как ты сказал, так и они и будут готовить. Вот здесь мы будем сидеть кушать. На таком... Ваш столик номер 3. На таком вот чудесном виде. Вот наш столик. В общем, набрали мы еды. Смотрите. А, еще, кстати, Данил проснулся, вышел. Вот он с нами сидит, завтракает. Смотрите, как все. Ну, по виду уже все вкусно. Здесь чего только нету. Вот здесь, получается, фруктики. А что, кофе без молока? А, вот без молока. Вот с таким вот видом сейчас будем завтракать. Всем приятного аппетита, кто уже. В общем, мы покушали и поехали дальше с обзором на отель. Показывать вам. Давайте, короче, в обратную сторону начнем. Это получается... Да, это четвертый наш бассейн. Сверху вниз пойдем. Сверху вниз. Данил пошел в душ. Также у нас здесь, получается, есть теннисная зона. Здесь вот такая зона чил. Тут быстренько пройдемся. Тут, получается, сидишь, кофе гоняешь, десертики всякие. Тут, получается, как это забыл, бильярд. Бильярдная. Кстати, их достаточно, ну, нормально, две штуки. Обычно по одной. Так, здесь, получается, те, кто у нас занимается спортом. Игральная зона такая. Здесь обычно, ну, на перчатках. На перчатках здесь обычно дерутся. Поехали дальше. Здесь для посиделок. А, ну, тот бассейн ты уже снял, мы сейчас сниму, так не пройдем. Короче, второй же, третий бассейн же я вам показывал, получается, да, третий бассейн я вам показывал. Сейчас мы пойдем ко второму бассейну. Сейчас мы, получается, спускаемся. Четвертый бассейн я вам показал, третий показал. Сейчас я вам иду показывать второй бассейн. Ну, отель мне нравится, он хороший. Завтрак хороший, отель огромный, все есть чисто, в принципе. Да, все очень есть, очень чисто. Номер классный, вот. Конечно, вот, блин, номер, это вообще просто шикарно. Я вот до сих пор в шоке пока что. Ну, как будто сняли, знаете, вот, есть же отдельные вот эти виллы такие прям дорогие-дорогие. А тут можешь спуститься? Нет, да? А, да, отсюда. Вот. Еда очень здесь вкусная. Сам отель, территория, все чисто, уютно. Это, получается, тут тоже веранда вот такая. Здесь, кстати, их очень много тут. Тут можете и... напитки пить всякие безалкогольные и алкогольные. Это получается... Это какая горка по счету? Это первая, да, горка? Жень, это первая горка, да? И вот самая первая, последняя горка, получается, вот она. Здесь тоже, вот, смотрите. Здесь вот такие. Смотрите, как классно. Обзор на отельчик мы сделали, да? Получается, что нам еще осталось показать? Ну, в принципе, я все... Здесь еще стоит сказать, что есть огромное количество ресторанов, баров. Стой, на, говори. Огромное количество есть ресторанов, баров, но это уже как а-ля карт. Еще снизу лобби есть тоже ресторан. Ну, типа платишь, как кафе-ресторан. Да, то есть здесь очень много здесь таких мест. Здесь обзорное тоже. Ну, там сидят еще. Ну, короче, здесь очень все классно, очень все шикарно. Очень все нравится, даже в первый день уже все понравилось. Когда первый шаг только сделали в отель, уже можно сказать, уже можно делать поспешные выводы.
потому что отель очень хороший. Ну, по еде я сразу понял то, что еда здесь, когда я уже набрал, то что здесь очень все вкусно было. То есть мы когда в Дубае были, в Дубае мне вообще ничего не понравилось из еды. И вообще, ну, в принципе, мне в Дубае не понравилось. А то, что, ну, контингент чуть-чуть, они близки все равно. То, что здесь тоже есть индусы, то, что здесь в основном говорят острое, все. В принципе, ничего острого не было, все нормально. Специи все хорошие, то есть, ну, еда как еда, то есть приближенная к нам. Главное сказать not spicy. Да, то есть, а если вы уже на улице куда-то вышли, просто говорить not spicy, то есть no spicy, то есть no spicy, чтобы, ну, не острое. Все вам делали. Вот, так, в принципе, здесь все пока острое. Вот. Номер. Отель, еда, 3 бассейна, 4 аж бассейна. Погода, климат, кстати. Погода, климат здесь, ну, хоть и влажно, но, блин, ну, хорошо. То есть, не прям, не сильно, да, не сильно жарко, то есть, не сильно влажно. То есть, вот наше лобби. Hello. Вот здесь, вот такое наше лобби. Тут еще вот есть. Давайте покажем. Вот здесь тоже. Good morning. Здесь вот десертики всякие. Здесь еще есть вот такая штука. Это типа романтический вечер за деньги он. 3500 бат стоит. В рублях это сколько сейчас уже не спросим. Вот такой... Такое лобби. Здесь получается главный выход, и там уже океан. Кстати, очень удобно к океану расположено. Жень, 3500 бат в рублях это сколько? Умножь на 3. Сколько умножить? На 3. Сумма сколько это? 3500? 3500 бат. 10, ну, около 10 тысяч. Около 10 тысяч, это романтический вечер в России. В общем, сейчас мы сидим и ждем. Кого мы ждем? Гида нашего. Нашего гида, он будет рассказывать всякую информацию. Про что он будет рассказывать? Он заберет наши ваучеры, наши обратные билеты, посмотрит, чтобы мы обратно смогли нормально долететь. Если вдруг что-то изменится. Thank you. Блин, там так хорошо, там тоже кондиционер. Ну ладно, привыкай. Жалко, да. Все, мы сходили на встречу с гидом. Итоги какие? Сейчас идем к Данилу. Сейчас мы идем к Данилу, да, он, кстати, в душ пошел после того, как мы позавтракали. Сейчас мы будем всю информацию доносить до него. А после этого мы, наверное, на пляж пойдем, да? Да. После этого, как до него дойдем, мы пойдем на пляж. Блин, что-нибудь такое тоже чил, релакс. Да, у тебя, кстати, тут влажнее, у тебя одеяло еще мокрое. Да. Нет, у него прям одеяло влажное. А у нас не такая влага, хотя мы живем буквально вот через одну комнату. Я думал подъяснить, чтобы спросить, можно ли мне выше просто, блядь, на цокольном этаже. Ну, типа, мне похуй, я могу, ну, что-то нормально. Но если можно, я бы переехал повыше. Просто я хочу на балконе сидеть. А мне здесь на балконе сидеть ночью страшно. Из-за того, вот этой травы высокой? Ну, бля, ну, типа, прикинь, я ночью сюда выходил, я выходил сюда ночью. Тут ничего не видно, вот только темнота полная. И все, ты не видишь, что здесь вообще происходит. У вас это видно, там свет какой-то светит специально. Да, у нас там видно. У нас темно. Я запущу на кошелек. Вот смотрите, у Данила в комнате, видите, стену блестят, это все вода, прикиньте, какая здесь влага. И смотрите, на полу они все блестят тут полностью. Ну, что, может, то, что все влажно. Ну, да. Почему так у него здесь влажно, а мы буквально через комнату одну здесь живем? У нас не, так, не такая влага. В общем, все, Данил собрался. Сейчас мы, короче, пойдем на пляж. Скажи, купаться. Так, ставлю это. А у нас, кстати, не работают вот эти вот кнопки. Почему? Ну, типа, не убираться надо. Да ладно, пофиг на них. Так, все. А у нас комаров много. Да нет, вообще ни одного комара я не видел. В смысле, у меня, блядь, всю ночь кусали. Вот наш номер, Данил номер. Ну, здесь реально уютнее, да? Здесь какой-то он большой, атмосферный. У нас больше света не видно. Сейчас... К нам Данил придет. А еще у меня там один знакомый. На пляже мы сейчас с ним встретимся. Он спросил привезти ему сигареты. И нафтизин. А где нафтизин? А вот его нафтизин. Вот. Ну давай вот сейчас. Ну, так, что потом, мы с ним увидимся. Тоже с Казани прилетели, они тут отдыхают. Еще, откуда ты это попадешь?
наверху находится. Вот днем я же не видел вас. Как это выйти? В общем, все, сейчас мы тоже... Часы нет. Соберемся и пойдем на пляж. На пляж. Сейчас мы идем купаться в океан. Покажу вам океан. Я же океан не показывал. Что это за тема, вы знаете? Короче, они там собирают, как у нас всякие. Ну, они у них такие странные, да? У них даже лучше. Вот у нас. У них прикольные они, да? Такие даже какие-то симпатичные. Идем из отеля, идем на пляж. А на какой нам пляж лучше надо идти? Где они? На какой пляж нам надо идти? На Потомка. Где именно? Они в каком-то пляже? Короче, мы идем до моих знакомых, чтобы отдать им сигареты на Чизин. Он у меня попросил, когда мы были в Москве, привезти ему, а то ну, местные нафтизины не помогают ему. Как тебе? Мне нравится. Вообще, из 10 из 10. Ну, мне все нравится. Еда, ну, отель, мне номер. Мне нравится только, что у меня номер влажный. Вот мы выходим на улицу. Смотрите, здесь какое уже движение с утра пораньше. Сколько времени сейчас? 12. Ну, как, ну, уже обед, в принципе, но не с утра пораньше. Время 12. Мы поменяем доллары на баты. Все, мы деньги поменяли. Сейчас мы зайдем в наш магазин. Ну как, ну просто он прямо около нас. Удобно очень, кстати. И этот магазин в Таиланде считается самым лучшим. Вот такое пиво мы здесь берем, оно очень вкусное. Здесь и корона, смотрите, какая. В 0,5 большой, у нас нет такого. Такое пиво прям чонг. Это таиландское пиво, очень вкусное, светлое. Фильтрованная. Сколько вот эти две банки пива стоят? В рублях. 240. 240 рублей вот это за одно. Это недорого. Вот всякие туплейс вот такие, смотрите. Так, купили? Да. Здесь так океаном пахнет. Прям заморская вода. Вот смотрите, здесь вот такие тук-туки они называются. Это типа а-ля такси. Ну, это и есть такси, просто оно вот в таком виде. Музыка, смотрите, там вот такая. Тут подсветка ночью, как дискотека целая. Вот, и будем передвигаться постоянно на ней. А еще мы арендуем вот такие мопеды к скорому. На какую садимся? Можно найти человечка. Вон он. Hello! Я не знаю английский. Бангурон. Бангурон. Садись. Ой, ну. Бля, тут закрыто вот это. Ага. Так как мне на таких штуках ездить, мне бля, пиздец нравится. Больше, чем на такси. Какими работами ты как у нее едешь, вообще настроение не может покажешь. А сколько в рублях эта поездка стоит? 600. 600 рублей? А такси ну, сколько стоит? 603, вот одному неудобно, ну, на этих придется, на обедах ебашь такси. Верчи. Ты сидишь какой-то тайс перед тобой, ты вот так... Так нет, ты же здесь один только. Ну, смотри, мопед какой, сразу два колеса, передних. Впереди два колеса сразу. Что было? Что еще было? Спереди два колеса? Да, спереди два колеса, прикинь. Уехал, да? Да. Смотри, здесь на байках вон едут. А что мы даже по Bluetooth не подключились? Какое тут движение? Правосторонняя получается? Или да. Лево? Да, левосторонняя. Я вот, кстати, знаешь, постоянно здесь у всех машин с правой стороны руль. Потому что здесь сейчас типа, плохой сезон, то есть здесь как у нас зимой сейчас. Да. Это у них самая плохая погода, которая есть в году. Они все время будут еще лучше, чем сейчас. Ну, для нас эта погода хорошая. А если в сезон приезжать, еще жарче? Да не, лучше вне сезон буду приезжать. Вообще кайфово. И в море можно купаться, и так можно купаться. Комфортно очень. И не холодно, вообще не холодно. И ночью даже не холодно. И не жарко слишком сильно, но влажно, влажно, влажно. У них многие такси вот так разрисованы, да, красным, желтым, прикольно выглядит. Это же такси, наверное, да? Да. Надо будет сказать сейчас. Все, сейчас. Все, приехали мы на пляж. Банкура, вот пойдем. Мам, беда, мама. Больно,
Вот улица Бангл Роуд. Получается, здесь пока что катаются машины, но к вечеру его закрывают, эту улицу полностью закрывают. Эту улицу. Во сколько закрывают эту улицу? Жень, во сколько эту улицу закрывают? 6 часов вечера эту улицу, получается, закрывают, и она полностью становится для людей, для пешеходов. А пока что мы ходим вот тут, тут машина. Шоппинг. А еще, кстати, здесь очень много трансов. То есть это, получается, девочки, но у них внутри там этот половой орган, мужской орган. А выглядят они как девочки полностью. Но их на самом деле очень легко различить. Скулы, тело такое, лицо. Здесь такой очень сильный трафик машин и тяжело переходить дорогу. Здесь на пешеходных переходах тебя не пропускают, они даже все на красный цвет ездят. Ну, практически так же, как в Турции. Вот эта улица. Блин, как дорогу, да, перебегать? Ну, когда пробка будет, можно перебежать быстренько. Ну, трафик здесь большой, нормально. Сейчас после этой газельки. Да, после вот этой серии. Погнали. Нет, нас не пропустят. Бля, ну давай обратно. Он пропускает. Thank you. Пропустил. Не, ну знаешь, мы вообще как плохо переходим дорогу. Можем. Смотри, полиция. Полис. Вот справа полиция, вот полицейские машины. Это полицейская машина? Да, вон полис там написано. У меня есть этот, но у меня, по-моему, провода нет. Но провод, я не знаю, я ничего не выкладываю. Нам сейчас, получается, направо нужно до конца, да? Здесь вот остановились, вот так вот. Сейчас попьем пивка и покупаемся. Ну, солнца нет, но, блин, глаза все равно этот попадает как солнце. Ну, нету солнца. Ну, очень светло. Ну как? Освежающе, да? Это может даже не такие сильные волны. Значит, ногу задел. Я воду не вижу. Все, мы покупались, встретили со знакомыми, отдали сигареты на Фезин. Сейчас мы решили пойти, вот оказывается наш отель, ну тут только, ну мы это знали, но мы всегда заказывали машину на вот этой, ну видели бы, как мы ехали, вот получается, мы всегда либо до туда, либо так на машине катались. А тут мы, получается, наш отель вот только, и мы хотим пешком по пляжу дойти до отеля и посмотреть, что к чему это. Ну как, покупались, нормально? Данил, ты что, без настроения? Встал просто, замолчал. Короче, по пляжу дойти не получится, отель наш вот тут, вот совсем чуть-чуть осталось. Тут в доке камни, скалы, там вообще невозможно пройти пешком. Поэтому мы выходим на дорогу, и через минут 5 мы будем возле отеля. Ну, в принципе, вообще недалеко. Но там еще есть место, около нашего отеля можно тоже купаться, но здесь типа такое более движовое место, тут улица такая известная всеми. Здесь, кстати, все очень нагло ездят, никто никого не пропускает. Здесь надо очень сильно соваться. Смотрите, здесь сколько мотоциклов. Мопедов, мотоциклов, скутеров. И на каждом шагу так. Да. Я бы на ту скалу залез бы даже. Ну туда можно, недалеко. Не, рано. Страшно там, блядь, не пролезет нормально. Ну можно как-то, но можно ёбнуться. Или в скале где-нибудь волной уебаться головой. Да, вот туда, вот там, кстати, сфоткаться. Вот, приходится по дороге идти. Потому что здесь, кстати, очень мало мест для пешеходов. Видите, они тоже по дороге идут. Здесь такого нет. Еще и не прошло 5 минут, как мы уже дошли до нашего отеля. А мы постоянно на вот этих штуках добирались до отеля. Ой, да, пляжа, либо там еще до каких-то мест, когда можно пешком. Все, покушали мы. Сейчас мы решили искупаться в бассейнчике. Раз, подожди. Раз, два, три. Да нет, телефон со стасьем, пожалуйста. Вот эти мы пойдем, а?
Здесь, походу, вода они с океана откачивают. Но она реально соленая. Поэтому, может, она такого цвета, как вода. В общем, ребята, концовку, которую я снимал этого видео в Таиланде, я потерял. В итоге я снимаю эту концовку с Казани. Мы уже дома находимся. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Обязательно подписываемся на мой YouTube-канал. Ставим лайк на это видео. Вам придется подписаться обязательно. Знаете почему? Потому что впереди еще будет два видео новых с Таиланда. Очень интересно они будут. Первое видео мы посещаем разные острова. Прям морской тур такой будет. Вот. Второе видео получается рафтинг. Мы там едем к слонам, там, к обезьянам. Очень интересно, короче. Вот. Поэтому подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока. До новых встреч.